смолкли залпы орудий. Над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется, все так спокойно, негде раскрыться теперь. Но все-таки слышим нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись. Есть мирная передовая, беда и опасность и риск. Поэтому слышим нередко сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски звезд и клубины не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко, если приходит беда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да?